Придется разобрать. Беда в том, что эти вот аналоговые аппараты, они со схемами не очень так распространено. И я пока схему не имею. Буду действовать интуитивно и мерить напряжение на контрольных точках и сопоставлять, что же с ним не так. Для начала нужно разобраться с преампом. Вот такая вот кривуля. Потому что он не звонится, и его однозначно под замену. Ну что, после замены операционников нескольких штук и потенциометра гейна ожил наш чемоданчик. Сейчас мы ему 3,5 ома дадим и посмотрим, как он себя ведет. Так, вот лимитер сейчас должен сработать. Так, что-то не вижу я, чтобы он срабатывал. Так, но у меня еще нет и нагрузки. Сейчас мы с нагрузкой. Может, он по току. Я еще не разбирался толком. Сейчас разберемся. Так, я ему подал, чтобы проверить его прочность, не 4 Ом штатных, а 3,5 нагрузки. Чуть-чуть хуже условия поставил. Он показал 38 вольт, это где-то 412 ватт, на 4 омах будет, наверное, 400. Немножко так, итальянцы, немножко там, или кто там у нас, Монтарбо. Вот, немножко они там пошутили насчет 1000 ватт, но 400 ватт синуса, это тоже очень хорошо. Тем более, это аналоговая мощность, это АБ-класс, на полевиках, почти что на лампах. 42 килограмма чемодан. Ну, я думаю, это очень приличный аппарат. Во всяком случае, мне нравится. Буду собирать. Не буду вас утомлять с тем винтами и отвертками. Наверное, всем пока. Счастливо.